команда, а главная проблема Москвы – это съемное жилье. Итак, представьте, 3 плюс 2 – третье транспортное кольцо, двухкомнатная квартира. Все, отличного проживания. Спасибо, до свидания. До свидания. Смотрите, какая классная у нас квартира. Да зачем нам пепельница, когда есть раковина? А это кто? Я вас не вызывал, я просто баловался. Вообще-то это мы снимаем здесь квартиру. Вообще-то это мы снимаем квартиру. А у нас договор. Да и у нас есть договор, что по этой квартире мы будем тусить, играть в приставку, пить пиво. Поэтому валите. Да, валите отсюда. И да. Мы в этой квартире останемся. Или вы, поэтому уходите. Хорошо, мы уйдем. Но пусть об этом нас попросит самая страшненькая из вас. Какой хитрый ход! Все равно здесь останемся мы! А мы вам пароль от Wi-Fi не скажем. Блин, это хуже, чем жить на улице. Девочки, остаемся здесь мы. Пойдемте перестелим постельное белье. В смысле перестелим? У нас вообще-то нет белья. Так, нам надо их отсюда выжить. Так, я знаю, что делать. Девушки ненавидят дебильные подкаты. Откуда ты знаешь? Поверь опытному девственнику. Тогда начинаем подкатывать. Ты за цветами, я за вином. Девочки, мы должны выжить их отсюда. Кажется, я придумала. Алена, тебе надо с ними переспать, и они уедут. Это почему? Ну, мужчины всегда так с тобой поступают. Ида! Девочки, я придумала. Сейчас я иду в коридор и выставляю всю нашу обувь от зимней до летней. Так сказать, начнем завоевывать территории. Да, давай, молодец. Девушки, это вам. А чё это вы так подобрели? Хотите купить нас цветами? Не получится. Только шестым айфоном. Ида! Девушки, мы тут подумали. Ну, я думаю, нам стоит жить здесь вместе. Так, а как мы расселимся? Здесь же всего две комнаты. Ну смотри, в одной мы, а в другой твои подруги и Андрюха. Все, отвалите от нас! Нам, кажется, нам получилось. Такие классные. Все, я создала здесь уют. Долго они не протянут. Так, откуда у вас цветы? Это что, вам эти подарили? Нет. А это у нас юбилей. Да, 5 лет дружбы. Это тебе. А это тебе. Поздравляю. Девочки. Вы что, на них клюнули? Мы даже не знаем, как их зовут. А вдруг они два маньяка? В смысле, тёзки? Ида! Девочки, я смотрела Шерлока. Нужно покопаться у них в вещах, и мы поймем, кто они. Да, давай. Нож! Ну, нож есть в любом доме. Топор! Ну, топор есть в каждом втором доме. Полное собрание песен Юрия Лозы! Они точно маньяки! Я же вам говорила! Сваливаем отсюда! Суши на халяву, суши на халяву. Ты что делаешь? Да я смотрю, может, они дома. Видимо, нет. Ну, круто, давай телек посмотрим, футбол. Мы прерываем футбол на экстренный выпуск новостей. В городе орудует банда квартирных грабителей. Особые приметы. Девушки. Да не. Их трое. Да не. Редкостные стервы. Это они! Они точно нас обчистили! Быстрее, 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 бежим! А куда вы собрались? А какое вам дело? А может, у вас есть то, что нам нужно? А ничего вам не отдадим? Маньяки! Воровки! Вообще-то мы не воровки. Да вообще-то мы не маньяки. Такая неудобная ситуация получилась. Точно? Да. Блин! Блин, как же хорошо, что вы не маньяки. Ведь вы нам сразу понравились. Девчонки, ну если серьезно, вы нам тоже сразу же понравились. Давайте жить вместе. Давайте. Давайте!
вчетвером в одной комнате, а я одна в другой. Потому что... Ведь не любить значит не жить, а вместе жить значит любить. Сборная МГСУ «Осенний поцелуй». Любите друг друга. Дело мое, я вам.